Постарались. Ученики танцевальной мастерской «Айди» привезли сразу два первых места со Всероссийского чемпионата современной хореографии, который прошел в Ярославле. 1200 участников, 21 город. Ивановцы доказали всем, что они в танцах. Двое судей из Америки, один судья из Англии. У нас было 4 команды, 2 из которых стали победителями в своих номинациях. Первое место в категории «Дети» заняла команда «Гаджета», первое место заняла команда «Айди Академия» в категории «Тинейджер». «Айди Академия» представила на суд жюри не просто танец, а целый спектакль. Его нужно было не исполнить, прожить. На постановку вдохновил сюжет Шерлока Холмса Гая Ричи, музыкальный материал из этого же фильма. В нашем танце используются такие танцевальные направления, как хип-хоп, хаус, даже немножко ирландские танцы. Но еще очень важную роль в нашем танце именно играет актерская роль. То есть нужно не только танцевать, но еще показывать эмоции и вкладывать в это. Эти ребята назвали свою команду «Гаджеты». Признаются, что очень любят посидеть в телефоне или планшете. Естественно, в свободное от танцев время. На чемпионате они исполнили хип-хоп в стиле звезд 90-х. Яркие костюмы, шляпы, профессиональное исполнение и детский задор не смогли не покорить судей. В нашем номере есть локинг и хип-хоп. И там мы танцуем 90-е, как звезды. Вот. Мы должны привлечь людей, чтобы на нас люди смотрели и хотели вместе с нами танцевать. Ну вот. Танец, конечно, просто так не станцуешь без усилий. Вот. Мы очень стараемся, и у нас дружная команда. Для маленьких танцоров все победы большие. Хореографы рассказывают, дети более чувствительные и открыты, чем взрослые. В эмоциях не умеют фальшивить, поэтому и номер получается настоящим. И радуются успехам они тоже по-настоящему. Я перед выступлением всегда волнуюсь, я всегда волнуюсь за свою команду, хочу, чтобы мы победили вот во всех вот, ну и первое место занимали. Танцевальная мастерская «Айди» на чемпионате современного танца выступает не первый год. Победы тоже уже были. А это значит, времени на то, чтобы не танцевать, нет. Впереди новые испытания, где Ивановская школа просто не может уронить свою же планку. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.